Ну, бабуль, рассказывайте. Зачем вызвали компьютерного мастера? Шнур от зарядки вытащили или он? Кнопку включения не можете найти? Мой лаптоп на Линуксе. Мне так удобнее. На дисплее артефакты стали появляться. Скорее всего, на Ведяхе на Южном порту конденсаторы сдулись. Надо перепаять. Если вы сами во всем разбираетесь, меня зачем вызвали? Так я сама все сделаю. Ты, главное, помоги мне очки найти. Не пойму, куда я их положила. Дурак, я тебя просила не звонить мне на работу. Или ты с первого раза не понимаешь, тупица? Зачем я за тебя вообще замуж выходила, идиот? Сам пошел. Извините, продолжим. Сегодня вы создаете новую семью. А семья – это место, где царит любовь, добро, взаимопонимание и уважение. Все готово, хозяйка! Хозяйка! А, вот он где. Все готово. С вас 500 рублей. Вы знаете, у меня совершенно нет денег. Но я могу расплатиться с вами по-другому. Ладно, подойдет. Но в следующий раз приготовьте деньги. Все, пока. Смоленск? Да. Смоленск, Смоленск, Смоленск. А, Краснодар! Тебе на Р! Все, я подъезжаю уже 10 минут. А вот на светофоре рядом с домом. Сейчас буду, давай. Сколько можно-то, ё-моё, а? Ну-ка, запиши-ка меня к терапевту, хирургу, урологу, офтальмологу, стоматологу, гинекологу, кардиологу, неврологу. Бабуль, куда вам столько? С вами все в порядке? Внук мне фитнес-браслет подарил. Надо 6000 шагов в день проходить. А куда мне ходить? Кстати, а кто у вас на 9-м? Венеролог. О! Ух ты! А что это у вас? Можно попробовать? Мужчина, если я в прошлый раз сделала вид, что не узнала вас в мотоциклетном шлеме, это не значит, что нужно подходить сюда каждые 10 минут. У нас один человек, одна дегустация. Такие правила. Потеряли двух лояльных клиентов только что. Я для друга. Я извиняюсь, а что здесь происходит? Ты жена дома весь шкаф своими шмотками заняла. А здесь места полно. Так и в ванной все полки ее. Ну все, мне на работу пора. Дорогая, я давно хотел тебя спросить. Спасибо, конечно. Просто коробочка столько времени без дела стоит, а мне под рыболовные крючки самое то. Спасибо. Ну что, молодец, Семенов. Сдал свою банду. Так сказать, пошел навстречу следствию, да? Начальник, ну ты это, за содействие там обещал смягчить наказание. Да помню, я помню, от 1 до 5. Че, в натуре так мало дадут? Да не, это пароль от Wi-Fi. Так что будешь съесть свою пятнашку с комфортом. В смысле пароль? У меня даже телефона нет. Начальник! Сделай музыку потише, спать невозможно. Какую музыку? У меня все тихо. Да какое тихо? Второй день музыка орет. Ой, вот они. Ой, внучок подарил, а я все думала, куда же я их положила. Вот ваш ключ от номера. Браслет, по которому вы сможете сходить в бассейн, спа, солярий, а также на другие процедуры. И безлимитная карта нашего бара. Приятного отдыха. Давайте не буду обманывать ни вас, ни себя. А бар там. Благодарочек. Так, вот эту по центру забирайте.
Мужики, вы что, офигели, что ли? Я на 5 минут отошел. Я тоже тогда всего на 5 минут отошел. Давайте, забирайте, давайте. Пипец, блин. Надо увольняться нафиг с этой работы. А ты кем работаешь? Эвакуаторщиком. Ходи. Ты тот самый Кент, который может достать все, что угодно. Да, ты по адресу. Что нужно? Надо достать вот это. Здравствуйте. Здорово. А такой вопросик. Здесь вот ручку можно сделать, чтобы изнутри можно было багажник открывать? Ну, теоретически можно. Отлично. Сделайте. Вот, теперь паркуйся, не хочу. Здравствуйте, вас беспокоит Омега Связь Банк. У нас есть для вас выгодное предложение по кредиту. Вам это сейчас интересно? Что? Нет? Очень жаль. То есть вот так вот вы решили использовать свое право на единственный звонок, да? Ой, это я по привычке. Можно, пожалуйста, еще один раз? Нет, нельзя. Все, уводи эту афирюгу. Подождите, хотя бы маме позвоню. Ты только что ей звонила. Осенин. 520 рублей. Ничего себе. Пирогов. С ореховой крошкой. 290. Так я и думала, пирогов. Получается, Кузьмин у нас в четверти 5. И пирогов с ореховой крошкой. Трояк. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, хотели перекусить, но я смотрю, все места заняты у вас, да? А что вы хотели заказать? Пиццу. Лазанью. Десерт. Игорь, вырубай Wi-Fi. Присаживайтесь. Я вам сейчас меню принесу. Спасибо. Спасибо. Дядя, вы можете скатиться с горки? Я тебе что, маленький, что ли? Понятно, боитесь. Так бы сразу сказали. Стой, погоди, ничего я не боюсь. Че? Где? Какая горка? Вон. Давай. Ну чё, смотри. Опа! А? Доволен? Ага. Все, ребят, пойдем кататься. Теперь горка чистая. В смысле? По объявлению. Вы куртку мужскую продаете? Да-да, сейчас принесу. Ну, нормально. Да, сиди прям. А сколько стоит? 500 рублей. Берем. И пакетик, если есть, чтобы куртку положить. Ага, сейчас. Ты что, с ума сошел? Ну, на тебе не сходится. Тут косарь в кармане. Куртку деду отдали. А вот ваш пакетик. Лейтенант Соколовский, ваши документы. Это у вас 5-е нарушение получается? Тогда счастливого пути. А что, штрафовать не будете? Нет. 5-е нарушение за скорость? Значит, по акции бесплатно. Тимакин! О! Ты что, опять? А, блин! Простите, товарищ капитан, привычка! Я же раньше в кофейне работал, там каждый день эти акции. Вот тут 4 человека. Вот тут 3. Вот тут 3 человека. По моей команде все сдвигаемся вот сюда. Понял? Все понял, тренер, сделаем. Давай. Я так понимаю, вы его в защиту отправили, да? Не. В бар. В бар столики забронировать. А то сейчас после матча все рванут, нам опять места не хватит. Давайте, парни, держимся, держимся! Еще 10 минут! 3-0! Еще можем отыграться. Ты что, ты боишься? Да от пальцев пахнуть будет. Жена, если унюхать, такой мне дома разнос устроит. А давай-ка в школе, с помощью 2 палочек. А? Че, что скажешь, пацаны ели? Ты просто рядом стоял. А ты че? Не, я потом, я недавно ел. Сыром. Пацан, хоть бы пацан. Господи, лишь бы это была не девочка. Я сделаю все, что хочешь, лишь бы это был мужик, пожалуйста. Вы к проктологу следующий. Да. Заходите. Подождите, смотреть будете вы?
Нет, Федор Михайлович. Фу, слава богу, мужик. Слава богу, мужик будет смотреть. Стойте, стойте. Без вас. Пожалуйста, и проследите, чтобы сюда никто не зашел. Спасибо.